Угу. Так, все, мы приехали с Костяном в Екатеринбург. Сколько ездим, столько лет стоит это страшное, страшное здание. Сильно рано. Он в Серов не заезжал, видимо, пассажиров не было. Потому что он же автобус в Серов свернул. А они же все равно на связи, на телефонах. И он не стал заезжать в Серов, поэтому мы еще и раньше на час приехали. Семи, да? Наша столовая еще закрыта. Полчаса еще будет закрыта, твою ж мать. Рано сегодня очень пришел автобус. В этой херне голова не кружится? Зашли в нашу любимую привокзальную столовую в 7 утра. Сколько времени-то? 7.12. 7.12. Котлеточка, запеканочка. У Костяна был вкусный рулетик. Ну, его почти не осталось. Блинчики. В общем, у нас маленький перекусик. Видишь, покрасила свою эту травмбольную. Трапезничаю. Так, куда пойдем? Я не знаю. Ну пошли где-то сначала, через твои магазины. Ты хочешь новогодний свитер? Новогодний свитер и испаритель. В Бифли пришли. Костяна любимый магазин. Он хочет какой-нибудь новогодний свитер или свитшот. Вот, сходу увидел. Сходу увидел новогодние. Еще хотим купить пижамы. Все одинаковые, чтобы. Ну, хер с ним, выбирай, какой нравится. Нет, тут только одного видел. Вот, такого. Вот со снеговиком еще. В принципе, мы с тобой можем сначала все обойти, посмотреть. Есть, смотри, там уже со снеговиком. Со снеговиком? Вот, наш вок с мандаринами. Ну да. Мандарины, шампанское. Типа, это как твой пуховик, типа. Ну-ка, что не стоит? Ну, типа. Только это такой зеленоватый. Сколько стоит? 3900. Да дешевый для пуховика-то. Меньше стоит. Смотри, какие классные. Свитшот? Да, здоровые такие. Тебе же нравится, чтоб это? Мишка, я рубашки. Вот сейчас такие цены, не могу найти где. 2500. В общем, выбор есть. Есть выбор. Сегодня мы затаримся с Костяном. Чувствую я. И колено. Да где на тебе что-то? Ну ладно, это я. Длина нормальная? Длина нормальная. И ширина нормальная. Ну-ка, поверни еще. Да, нравится?
Я бы взял. Ну все, берем, значит. Мери теперь. Вот ты прям на нее померяй. Нет, не мери на футболку, а то будет это. Скатываться. Толсто будет. Опять все костяну. Я вся в обносках. Дай мне ничего не надо. Я и так красавица. Ну, не знаю, мне нравится. Нет, размер-то вообще отличный, но я неохота ее дать. Ну, давай мы ее отложим, подумаем. Угу. Здравствуйте. Ты какая красота. Ой, какая красотища. Зайца что ли купить? А это для сыра. Ну, кухни-то и недорогие, 1900. У нас и то дороже. Вот это, представляешь, вот оформить елку одними одинаковыми. Как это красиво. Ну, правда, сделано все в Китае. Да, то же самое, что с Фикспресс. Ну, только в три дорога, но и по качеству не видит. Ну. В Фикспрессе мы не делали. 4 тысячи. Там 1004 рубля. $34,000 что-то стоит. Это столовые приборы. 68 пар на 12 персон. Как я понимаю, это вот эти вот все. Ну да. Не, ну ножик. Ну красивый. Ножик стильный. Какая красота. Я бы вот это все купила. А вот это для оформления стола. Композиция декоративная. 2200. Твою же дивизию. Может, хоть подушку купить, а? Что она стоит? 3000, ёпта мать. Ну, красотища просто неземная. Мы уже Версач этот, духи с костяном выбираем, от деколону уже набрызгались. Я чувствую, вам Макс. Костян пошел мерить. Вернулись мы в Бифри. Купил он себе вот футболочку. Пошел мерить. Хочет новогодний свитер. А я духи выбирала. Да жалко день. Попшикалась на халяву и хватит. К себе зашла в один свой любимый магазин. Ничего не выбрала. Раньше такой хороший был. Такие были нарядные вещи, сейчас ничего. Постоянно пошел свитера мерить. Здесь. Новогодние джемпера. Нет, сзади вон тебя на спине. Надо не с такими джинсами. Джинсы, да, у тебя, понятно, видишь? Шелтай-болтай. Ну, если ты говоришь, меги есть. Ну, переодевайся. Магазин Клевер. Первый раз я его вижу. Три новогодних свитера взяли, маленький. Один уже маленький. Ну-ка, выйди сюда. Чуть-чуть свободнее. Ника. Ну, видно, вот. Но. Не. Не, я никак... Некрасиво, да. Я на курсе, у него спидбайк есть, но меньше, чем вот этот мотоцикл. Так, мы пошли покушать.
мы с Константином перекусываем. У меня крошка, картошка. У тебя бургер. Что за бургер? Какой-то из итальянской коллекции. А. И сырный хлебушек. Ой, чесночный, очень вкусный. Так что нам приятного аппетита, девочки, мальчики. Так, приехали мы с Костяном в Минку. А что нам надо, сами не знаю. Пошли, давай нас чем вещи сдать. Пойдем, сдадим вещи в гардероб. Мои покупочки. Я себе купила шубейку. Я так не купил свитер. Интересно, на улице тоже установили елку? Ну, мега стало очень скучно. Икея ушла, и все. Все пропало. Вот в этот магазин давай зайдем, он хороший, мужской. Дороговатый, правда, но шишечки красивые. Так, мы на лифте в гардероб. Вызывай. Заезжаем. Там вот елочка крутится у двери. Выезжаем. Наконец-таки Костян выбрал себе джемпер новогодний. Шаверму покупаем. Цветочки я себе купила. И много-много вкусного меда. Решили с Костяном мороженое поесть. Есть уже не лезет, а мороженое можно. Пошел он за мороженым. Я, пожалуй, перемешаю. Какое вкусное ананасовое мороженое. Костян, вкусное, да? Понятно, девушка вкусная.